38-летняя Кейт Миддлтон, посетила больницу Эвелина Лондон Чилдрен С. Хоспитал, которую она опекает. Герцогиня Кембриджская восхитила публику своим аутфитом в романтическом стиле. Жена принца Уильяма решила ознакомиться со специальной программой, созданной больницей совместно с Национальной портретной галереей. Госпиталь оказывает специализированные услуги для детей с редкими и тяжелыми болезнями. Представительница королевской семьи вышла в свет без мужа. Кейт предпочла стильный темный наряд. Она питает слабость к твидовым костюмам. На этот раз Миддлтон вдохновила модель от Dolce & Gabbana с двубортным жакетом и короткой расклешенной юбкой, украшенной кружевом. Герцогиня выбрала черные колготки и замшевые туфли на небольшом устойчивом каблуке. Избранница наследника британского престола предпочла выразительный макияж с акцентом на глаза. Она нанесла на губы светлую помаду. Образ дополнила интересная прическа. Стилисты завили волосы Миддлтон в локоны и приподняли их на макушке. Многодетная мама украсила уши изящными серьгами с бриллиантами. Лондонская погода сыграла шутку с женой принца Уильяма. Короткая юбка герцогини поднялась из-за порыва ветра. Кейт очаровательно вышла из этой конфуза, она рассмеялась, ловко подхватив подол юбки. Пользователи пришли в восторг от нового образа будущей королевы. Она прекрасна. Неповторимая, нежный наряд, какие рюшечки. Неожиданно, но очень красиво, отметили они. Кейт пребывала в отличном расположении духа. Она с удовольствием пообщалась с детьми, которые занимаются в игровых комнатах больницы. Малыши проходят творческие мастер-классы, включающие анимацию, фотографию и скульптуру. Эта программа действует и в трех других детских госпиталях столицы Британии. Миддлтон близко творчество, она увлекается фотографией. Вчера, в 75-ю годовщину освобождения концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау, Шатенко представила свой новый исторический фотопроект. Съемки прошли в Кенсингтонском дворце. Портреты людей, выживших в страшных условиях, войдут в выставку, посвященную жертвам Холокоста. Ее на днях откроют в Лондоне. Кейт и ее муж почтили память жертв Холокоста. Эмоциональная речь принца Уильяма растрогала его супругу. Она не смогла сдержать слез в душещипательный момент. А жена принца Гарри совершила переворот в консервативной Британии. Друг леди Дианы заявил, что Кейт Миддлтон испытала ревность к свободной Меган Маркл, обосновавшейся в Канаде. Королева Елизавета II публично поддержала решение любимого внука отказаться от своих обязанностей в качестве члена семьи. Ее Величество считает, что принц Гарри переживает кризис.